Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Нашу программу открыла прелюдия соль-мажор Иоганна Себастьяна Баха. Мы очень рады приветствовать вас в органном зале Красноярской филармонии на заключительном концерте дружественного нам проекта, который носит такое же название, как и наш 14-й органный фестиваль. Это фестиваль детского органного творчества «Вселенная органа», организованный детской школой искусств номер 20 МУЗа города Новосибирска. Проект этот реализуется в рамках гранта президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Велика роль в создании этого проекта директора школы МУЗа, заслуженной артистки России, Ольги Геннадьевны Осиповой, хорошо знакомой нашим слушателям, она выступала в нашем органном зале, и художественного руководителя проекта, лауреата международных конкурсов Екатерины Дмитриевны Даниловой, также знакомой нашим слушателям, неоднократно выступавшей с концертами в нашем органном зале. Фестиваль призван объединить юных музыкантов-органистов из разных городов нашей необъятной страны. Ребятам от 12 до 15 лет, но несмотря на такой юный возраст, у них за плечами богатый концертный опыт и множество впечатляющих наград на международных и всероссийских конкурсах. Таким образом, я смело могу сказать с полным правом, что сегодня вы слышите будущее российского органного искусства. Через несколько лет эти молодые ребята приедут к нам в органный зал с сольными концертными программами. А открывает программу молодой музыкант, который представляет столицу нашей Родины, город Москва. Это Илья Дедёхин. Ученик 6 класса детской школы искусств имени Игоря Федоровича Стравинского обучается по классу фортепиано и по классу органа у заслуженного работника культуры Российской Федерации Галины Васильевны Семеновой. И откроет нашу программу Илья хоральной прелюдии Иоганна Себастьяна Баха «Пробудитесь», взывает к нам голос. Прошу. Thank you.
Илья Дедёхин является лауреатом целого ряда престижных молодежных аграрных конкурсов, среди которых первое время второго международного конкурса аграристов имени Леонида Исаковича Войцмана «Москва». Вторая премия второго всероссийского молодежного конкурса органистов в Саратове. Первая премия пятого международного конкурса «Юный органист. Москва». Первая премия второго весеннего фестиваля старинных клавишных инструментов «Москва». Первая премия 22 и 23 открытого фестиваля конкурса органной музыки имени Йохана Трумера «Гатчина. Санкт-Петербург». А нашу программу продолжает музыка Йозефа Габриэля фон Раймбергера. Соната для органа номер 4, первая часть, играет Илья Дедёхин.
Следующий участник фестиваля «Вселенная Орган» Анастасия Емельянова представляет город Иркутск. Анастасии 15 лет. В 2020 году она окончила Иркутскую областную школу искусств по классу фортепиано. Является лауреатом Байкальского международного арт-фестиваля «Виват Талант», международных конкурсов фестивалей в рамках проектов «Планета талантов», «Жемчужина России» в номинациях «Инструментальное исполнительство», «Аккомпанемент», «Фортепианный ансамбль» и «Вокальное искусство». В 2019 году Анастасия Емельянова приняла участие в новогоднем кремлевском концерте детского хора России в составе делегации от Иркутской области. В 2022 году Анастасия поступила в Иркутский областной музыкальный колледж имени Фредерика Шопена на специальности «Теория музыки», где начала заниматься на органе в классе преподавателя Яны Леонидовны Юденковой. А нашу программу продолжает хоральная прелюдия Иоганна Себастьяна Баха «Взываю к тебе, Господь Иисус Христос». Играет Анастасия Емельянова.